мы сегодня приготовим бургеры из местной кубанской телятины, из настоящего нашего кубанского сала. Также приготовим салат в американском стиле, который называется в Америке колслоу. И на десерт сделаем грушу в беконе. В первую очередь, конечно же, котлеты. В бургерах самое главное – это котлеты. Это стейки, это бифштексы. В каждой стране называется по-разному. Мы будем готовить из нашей телятины кубанской. Вот здесь примерно 250 грамм и 100-120 грамм сала. Все это нужно ножом превратить в фарш. Как можно мельче порубить. Мы готовим на природе. Здесь у нас мясорубки не водятся. На Кубани в дикой природе мясорубки не выращивают. Да, можно сделать заготовку дома. Можно дома на мясорубке перемолоть на крупную решетку фарш. Также из говядины и сала. Даже можно дома сформовать заранее котлеты при желании. Но мне кажется, что на свежем воздухе около костра получается намного лучше и интереснее. Ну смотри, буквально 5 минут, говядина уже порублена. Сейчас мы дорубим сюда сало и точно так же перемешаем и дорубим все оставшееся уже вместе. Пропорция 2 к 1 на 250 грамм телятины, 100-120 грамм сала. В сале содержится белок, много белка, не зря оно белое. И этот белок поможет мясу схватиться и будет держать форму. Итак, мясо, сало порублено, такой вот у нас получился фарш. Теперь его нужно слегка посолить. Сало соленое, но в нем соли все равно будет недостаточно. Все равно из мяса, из сала будет вытапливаться жир, вытапливаться сок. Это все будет падать в костер. Разумеется, вымывать часть соли. Посолить и поперчить. Тщательно перемешаем и разделим на 4 котлетки. Наш фарш готов. Его нужно разделить на 4 равные части. Можно сделать это ножом. Небольшие котлетки, которые мы теперь аккуратненько ручками делаем кругляшок. Как сделать руками плоскую котлету? Очень сложно, она будет ломаться. Но есть такая вещь, как пергаментная бумага. Мы просто укладываем котлетку на одну сторону, накрываем второй стороной и потихонечку ручками разминаем. Она становится более плоская. И прямо в этой же бумаге мы можем их пожарить. В процессе того, как будет жариться, белковые волокна будут сжиматься, и поэтому котлетка немножко уменьшится в размере. Также делаем с оставшимися нашими бургерными котлетками. Пока что мы их жарить не будем, чтобы они у нас при подаче были горячими. А пока что мы займемся салатом. Салат колслоу. Это традиционный салат к стейку. Традиционный американский салат. В нем должно быть все соломкой. Основные три ингредиента – это морковка, белокочанная капуста и яблоко. То, что в изобилии, есть у нас на Кубани. Одну морковку превращаем в соломочку. Также в соломку одно яблоко и капусту. Все примерно в равных пропорциях. Небольшой кусочек белокочанной капусты. Просто пошинковать. Также тоненькой соломочкой. Если заправлять маслом, будет не так вкусно. Сметаной вообще лучше не заправлять, будет ужасный вкус. Вот для этого салата, так же как для селедки под шубой, для оливье, наверное, майонез самый лучший вариант. Морковь, капуста и яблоко – это абсолютно не странное сочетание. На самом деле, салат наподобие мне в детстве делала мама. Она натирала на терке яблоко, натирала на терке морковку. Приправляла все это сахаром, и это был самый вкусный салат моего детства. Несмотря на то, что мы сегодня готовим в американском стиле, мы все-таки готовим на Кубани из наших местных натуральных продуктов. Поэтому американские здесь могут быть только названия. Итак, все нарезано соломкой. Осталось только заправить майонезом. Не жалеем майонеза. Салат от этого только выиграет, будет намного сочнее. Осталось только перемешать и отставить минут на 5 в сторонку, чтобы овощи пустили сок. Его не нужно ни солить, ни перчить. Вкус овощей и вкус майонеза в сочетании будут прекрасно оттенять вкус самих бургеров. И отставляем в сторонку. На очереди у нас, так как мы сейчас будем готовить бургеры, нам нужно подготовить овощи. Это будет помидор, который нарезать можно либо кольцом, либо полукольцом. Самое главное тоненько. Два помидора на 4 бургера вполне достаточно. Лучок. Чтобы лук не сильно чувствовался, но давал сочность, его нужно порубить мелко. Одной луковицы будет достаточно. Мелко – это мелким кубиком.
Мясо очень любит лук. Мясо и лук просто невозможно разделить по отдельности, это не то. Ну и, конечно же, луковый сок помогает переваривать мясо. Поэтому жирное мясо лучше всегда есть с луком, с помидорами, с чем-нибудь кислым. И для бургеров можно использовать обычный лист салата, но он от теплой бургерной котлетки в теплом бургере очень быстро завянет, станет мягким. Но у нас есть выход, есть хрустящий салат, который называется айсберг. Он растет в Европе, он растет в Америке, и вот уже лет 10, как его выращивают у нас в России. Он растет кочерышками, кочанами, примерно как белокочанная капуста, но он намного более тонкий и более хрустящий. Нам нужно совсем немножко. Это гибрид белокочанной капусты и листа салата. У нас уже практически все подготовлено на бургеры. Осталось только подготовить десерт. Для десерта нам нужна местная сладкая груша. Делим на 4 части. И серединку груши удаляем. Груша с беконом – это американский стиль, конечно же, но продукты все наши. Наше подкопченное тонко нарезанное сало и наша кубанская сладкая груша. Американская здесь только концепция. Не совсем стандартное сочетание, но это, поверь, очень-очень вкусно. Сало, подкопченое, бекон. Просто вот таким образом оборачиваем вокруг груши. И осталось только запечь на мангале. Можно заколоть зубочисткой, да, только если они погорят, дадут неприятный аромат. Заворачиваем грушу и отправим запекаться на мангал в то место, где не сильный жар, чтобы жир из нашего подкопченного бекона, из нашего подкопченного сала, жир вытапливался, и сало наше будет становиться хрустящим, а груша мягкой. Также, чтобы груша не сгорела, лучше использовать пергаментную бумагу. Отправляем туда, где меньше всего жара, и кладем нашу грушу запекаться. Я думаю, по 5 минут с каждой стороны будет достаточно на медленном огне. Дело в том, что булочки для бургеров очень сложно приготовить на костре. Можно использовать, в принципе, любой хлеб, можно использовать лепешки обыкновенные, костровые лепешки, приготовленные на костре. Тоже будет очень даже неплохо. Ножом просто разрезаем булочки на две части. Донышко и крышечка. Вот сейчас у нас пойдет аджика. Это аджика острая, абхазская. Мы ее мажем на нижнюю булочку. Аджика перечная, поэтому вкус будет жгучий, страстный. Там даже видны кусочки красного острого перца в аджике. Груши шкварчат. Груши полежали. Но еще недостаточно прожарились. Мы их перевернем немножко позже. А пока что начинаем жарить бургеры. Прям вот так в бумаге отправляем туда, где хороший жар, но нет огня. Бургеры будут готовиться 2 минуты с каждой стороны. Сыр. У нас сыр российский, обычный, в дырочку маленькую. Традиционный сыр. Его можно положить как на горячий бургер, так и под него. Это уже дело каждого. Мы сделаем и так, и так. От горячей котлеты он, конечно же, расплавится и будет таять. Также при желании на верхнюю часть бургера можно добавить майонез. Но это если кто любит. Я лично предпочитаю классический вариант. Вот смотри, груша полежала 5 минут, мы ее перевернули. Она уже с одной стороны достаточно румяная, подпеченная, хрустящий бекон. И пускай доготавливается. Посмотри, что у нас здесь происходит. Шкварчит мясо. Но еще в серединке слегка сыровато. Поэтому вот так вот аккуратненько, прямо вместе с бумагой, мы наши котлетки переворачиваем. И с этой стороны они тоже пошкварчат буквально минутку. Подай, пожалуйста, тарелочки. Бургер – это такое блюдо, которое подается горячим. Поэтому мы снимаем. Лопаточкой аккуратно снимаем котлетку. И прямо на сыр. На досточку открываем. Снимаем котлетку. Пускай сырок пока тает. Отправляем еще 2 наших стейка для оставшихся бургеров. А пока что дособираем эти. В первую очередь лук. Нам нужно покрошить лучок прямо на бургер. Пару замечательных красивых томатов. И, конечно же, салат. Куда без него?
Судя по запаху, наши бургеры уже вполне готовы. Груша уже румяная, красивая. Ну, для начала бургеры. Также снимаем котлетку и сразу на нее сыр, чтобы он у нас таял. Ну и наша замечательная груша тоже уже готова. Дособираем бургеры. Не забываем про лучок, который даст сочность. Помидоры. И салат. Ну и, разумеется, сверху все это дело прикрыть хорошей булочкой. Ну и наша груша. Ее осталось только лишь снять с пергамента и продегустировать. Да, груша — это десерт. На мой взгляд, один из самых вкусных десертов. И, конечно же, к таким замечательным бургерам шикарный салат. По большой ложке хрустящего вкусного салата мы сегодня приготовили замечательные бургеры с сочной кубанской телятины с американским салатом коулслоу из наших местных кубанских продуктов и запекли чудесную грушу в беконе. Приятного аппетита! Давай дегустировать! Бургеры с телятиной. Телятину и сало измельчить до состояния фарша, перемешать, посолить и поперчить. Разделить на котлеты, придавить руками, жарить на мангале. Разрезать бургерные булки, промазать аджикой, выложить сыр, котлеты, помидор, лук и салат айсберг. Салат коулслоу. Нарезать мелкой соломкой морковь, яблоко, белокочанную капусту, заправить майонезом. Груша в беконе. Груши нарезать на 4 части, вырезать сердцевину, обернуть беконом. Жарить на мангале по 5 минут с каждой стороны.